Это, наверное, самый простой хлеб белый для духовки, который я пекла. Простые ингредиенты, минимум работы. Поэтому хочу поделиться рецептом с вами. Потребуется немного больше времени, чем обычно. Выпечка домашнего хлеба – простой процесс, поэтому лучше всегда печь хлеб самому, а не покупать в магазине. Самое главное – хорошо замесить тесто и дать тесту подняться перед выпечкой. Долго месить тесто по этому рецепту не требуется. Хлеб всегда получается пышным, с вкусной корочкой. Итак, смотрите, как приготовить хлеб белый для духовки. Список ингредиентов в конце видео. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Дрожжи сухие, 2-5 чайных ложки. Сахар 1 столовая ложка. Масло оливковое 2 столовые ложки. Соль 1 чайная ложка. Количество порций 10. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Еще увидимся.